Ага. Вот он. Вот тебе часы, вот он принес. Сколько ты за них? Ну, да давай за 100 возьму, блядь, по приколу. Ну, да, я что-то... 100 рублей. Давай мне 100. Зачем тебе 100? Да, ну, потому что я 100 отдал. Все, да, 100. В расчете. Ну, вот какой-то будильник мудрёный. Повесил. А что за будильник? В Германии. Он не на ходу. А, там баланс, да? Я не знаю. Повесил, да деньги собирал. Да нет, да перестроишься еще. Монеты реальные? Ну, конечно. У меня даже 1/2 копейки где-то была, я не могу найти ее, блядь. Кто-то потерял. Прикольно. Жарко. Я уж тут 20 раз уже все перерыл, честно говоря. Ну что? Ну. Забрал за дверь. Ничего нету? Не, ничего, все. Что это за часы? Редкая Casio модель, очень старая. А, иллюминатор. Ну. Это какой год? Это конец 80-х, начало 90-х, где-то так. Да что у тебя? Тут много часов. Да это все то же самое, только в других вариантах. Они оба тоже 90-х годов где-то начало. Ну, я так думаю. Вот. Тоже иллюминатор вот по цвету. Смотри. Видать, да, синяя. Нет. А, ну есть, слегка есть, да. Да, слушай, голубизна, да. Ну, в темноте их только видно. А это какой год? Тоже начало 90-х. Я так точно и скажу, до 94-го года выпускали, я хрен его знает, когда они сделали. Там же они не указывали на схеме. Это Гонконг указывал на схеме, на, ну, когда надо, там, год, число, месяц. А эти ни хрена не указывали. А, В-43. Ну. Ну, ладно. Это оба древнотятины. А это что на руке? А это японец настоящий, револьвер, да. Японец настоящий? Ну посмотри, вон он. Дай. Там крышка с обратным тиснением, прикинь. Пузырь, пупырышчатые эти надписи все. Не внутрь штампа, а наружу. Револи, Japan. Прикольно. Видишь, наружу все буквы. Угу. А внутри нет вот этой выдавлено, что внутрь. Вот офигеть. Как они это делали? Получается, что оно как летает, что ли, эта крышка? Как они так делают? Скорее, пресс, наверное. Пресс такой, так, а снутри-то ровное. Должно быть снутри, ну, впуклое. Горячий штамп, наверное, ну, штампануло, ну, и все. Как это так хитро, мудро, блядь, сделали. Я что думаю, снутри должны быть эти рельефы. Открыл снутри ровное, ну, как так сделали. Офигенно. Вот тут механизм навороченный, сейка стоит. Оттороченный. Да, такой здоровый. С соболиным мехом оттороченный. Морда не снимай. Я уже не могу. Вот нейтрализатор обязательно побрызгал. Какой это ку-ку? Ну это и есть Citizen. Japan себе Citizen без бусинец машины, блядь, называется. Ты же знаешь, как это? Что у вас тут новенького? Сердечко. Сейчас будем препарировать колечко. Часы. У меня, блин, тогда YouTube ролик был. Там напыление и то подмели все. А вот позолоченное. На батарейка это что? Не, это не позолотое, так. Так, рассказываем, какой механизм? Ну, слава. Какой там номер, я уже забыл у него, блядь. Блядь, все из головы вылетает. 3056. Во, а. Вот видишь, а, они другие уже, может. А, да. Они по ножкам иногда не подходят, циферблата, блядь. Какая хуйня тоже, блядь, придумают. А, Б, блядь, нахуй это все нужно. Да расскажите, как вот это как вот работает. Штука, да. Да. Значит, Серёчек. Сказали так, что когда Хрущев, Никита, который Сергеевич. Да нет, деньги, история. Тихо. Они до этого были может быть популярностью. Не, просто когда были тысячи, потом делали деноминацию. Да, да, все да. Все здоровые. Вот вот это я много помню мелочи. До сих пор, когда вот так вот. Вытряхивались, да. И они сюда высыпались, конечно. Ни на пол, ни на землю, ни на стол. Очень а удобно. Сюда. Причем, конечно. Вот сюда вот выкинул, допустим, покрупнее мелочи. Ну там да, да, да. Рубли, рубль 50, монеты. Да. А потом их назад туда скинул, и берешь и мелочь высыпал. И десяточки там, 10 копеек там, вот копейка, 2 копейки, 3 копейки. То есть вот так вот. Нет, вот такая вот штука это. Прикольно. Прикольно, разговор. Браслет, одну звену поменял. Не печки.
какую снегу продаешь. Где снега, покажи. А вы хотите, чтобы я... Да это берут, блядь, блядь. Зачем? Нет, блядь. Есть. Помнишь, их перетачивают, ё-моё. Там продают. Ценовая политика. Вот такие розницы большие по этому, блядь. Запуск пошел. Сова. Вы меня снимаете, а я думал сова. Ну, вот грязная только спина. Вы пролили варенье. Где тут чё? Так, что там? Марина Криазиони. Такая. Ну а чё? Клатч такой. Не, он хороший, но тут он тряпьем набивает вот этим, форму придает, потом смотрит уже. Mm-hmm. Ну-ка, так разверни. Ну, она как симметрично, да? Ну, не, ну, так-то она конкретно сшита, не придерешься. И видишь, не лысая, не желтота не слезла. Обычно позолота, да? Да какая-то только. Ну, тут только хватало лапами, жирными лапами и слезло чуть-чуть. Видишь, почернело. Шерсть. Вот. Ну, да. Курнул, но вроде не навоз. О! Одеколон. Одеколон по-моему хороший. Ну-ка, что за одеколон? Да, это прибалтийский. А нет, Асалузская. Кашмир. Кашмир. Джама и Кашмир, два штата. Да? Сирия. Одеколон-то сирийский почем? Кашмир 500 рублей. Не хочешь, бери. Да, не надо. Вон стоит. Кона также 1000. Что там? А, вот он. Там коробочка, все. Ага. Вон коробка, смотри. Да я вижу. Коробка, все там. Да бачок, это я вот дела, не там. Хочу. Ты ее видел уже. Да а это Леха бы взял. Леха бы сразу взял, блядь, естественно. Это теща, да? Да. Видишь, какие у нее алмазы. Тут все на мои деньги куплено. Вот. Легкая такая. Не ест нихуя. Первый знает. Сейчас посмотрим. А, не вытекло. Ну так, помокренькая чуть-чуть батарейка, капельку совсем. Сейчас я откручу, проверю. Покажи спереди. Да. Ой, блядь, кольцо защитное упало. Все. Что за соколыга? Никсон. А вот эти, на. Опа. Уронил. Что, это десятка упала? Никсон хорош, хорош. Никсон. Это че, это винтаж или современный? Нет, это 90-х годов они. Вот Умберто. Вот соколыга, вот жесть. Вот это вещь. Умберто, а где ты взял такую? Это за кордона, это местные. Это местные, duty free. Летал куда-то? Да, у меня. Я уже весь мир пролетел. Уже устал. Блин. Да. Ну что, прикольно. Ты видел, какие календарь? Mm-hmm. Как это, у машины? Да, это счетчик. Одометр. Это спидометр. Ну, это сводч обычный. А, это обычный. Ну. Ну вот это тоже прикольно. Да, это. Осторожней, руки. Сейчас он оставит. Вот я поставлю, потом будем уже их осязать. А что за механизм там стоит? Миюта. Ну они что будут туда рабочие, ставить? Блядь. Она же это безотказный механизм. Что за фирма? Заба, блядь. Жаба, блядь. Зара. Мадрин, Бангладеш. Вот тоже, кстати, Индонезия, блядь, что-то там где-то в этой стороне. Ужас уже Бангладеш делает. А, они на ширинка того. Нет, не пойдет. Эти ширинка пугаются. Напугается. Да, блядь. Долго застегивает, лень. Ну это что? Да не, это извращение. Тоже вот смотри, что, ужас какой-то. Черный. В черных жарко. Он нагревается. Угу. Это что, как называется? Хер его знает. Лофт Деним. Райк Арманика. Райк Арманика, ага. Ну, колеса. Ава, а там. Вот шулера карточного. Одежу. Нет, нет. Ну как я награду. Чук-чук-чук-чук. Че еще есть? Там надеемся. 1000 рублей, что за чудо?
Маленький размер. А, я их смотрел, они на этих. Да. Это, короче, пока расстегиваешь, уже обострюшься. Это точно, блядь. Ну, магазин мусор, ну, ничего не даже не видит. Вот дырявые. Заходишь, что думаешь, брат, не брат, такие, блядь. Сейчас, ну, хлам какой-то. У тебя какой размер? 50-й, 48, 50-й. 34-й, 36-й. Откуда? Омега. Вариант Омега. Что-то настоящее. Надо тебе вот вон там хороший. Ну, вот зимом. Это без задней крышки. На крышке у тебя корпус, есть? Корпус, да, все есть. А, это не лысо-лысо. Это звезда, можно не смотреть. Это что у нас? Вот, это там есть командиры. Вот что. Подожди, вон что есть, вот что мне надо. Вот это мне надо. Да. Вот это я возьму у тебя. Остальные. Так я не буду все платить. Я тебе это плачу. Да мы заберем, да, просто мы смотрим это что тут, почему. Мы хотим взять. Берем? Да, берем. Вот это я возьму. Вот два возьму, 300 дам, а остальное тебе. Ладно, все забираем. Вот эти тебе надо же, да? Не, я тебе тоже забираю. Ну, мне вот электроны не надо, все забирай электроны. Давай. Все. Не, вот это я отдельно просто возьму сразу. Только нижний тут отсек. Крышки хитрые бывают тут. Ну, крышек на вид полно. Да, ну, да. Очень... Да хрен. Вот еще 200 целиком. Вот ракета нечастая. А да, а, кстати, нестандартный корпус какой-то. Я давно таких не попадался. Сейчас не скажу. Карлики 450 рублей страшненькие. В принципе, тут только может командиры еще более. 600 рублей, да, нормально. Эти у нас уже 700 лежат. Эти вот с разбитым этим стеклом. Раздавили экран. Там на этом месте батарейка, потому что сзади ее надавили, и лопнуло. Ну, острый ориент с это. Он 300 нафиг нужен. Дороговато чуть-чуть. Ну, это редкая модель. Редкая, я ее знаю, кстати. Я знаю, она у меня была. Это мне показывал. Ну, вот что я возьму. Ну, вот это можно взять с танчиком. Блин, не обломайся. А, во. Вот это вроде. А что это, как это? Фиг поймешь. Это карманники, что ли? Оба, возьми. Олимпиада, 75-й. Возьми. Они предугадали, наверное. Будущее, да. 75-й Олимпиада. Не, крышка не родная. Я... Да ладно. Подожди, еще тут уголки-то ничего нет такого. А вон еще какие-то, подожди. Ну, погоди, вот эти, посмотри, командиры, что за... Сейчас посмотрим, да. А это что-то 800, что-то это... А, это... Может, я даже и возьму. Сколько стоит? Это современные уже, они, видишь. Они, все равно мне коробки нужны. Что-то... А, вот 600 рублей. Можно взять? Ну, могу взять. Смотри, как хорошо удались. Да, да, да. Не удолбишь вообще. Бери хорошей крышечкой. А, паспорт, все. Всем привет. Очередной обзор покупок на барахолке. Итак, что же мы купили? Мы купили вот такие вот часы. Восток командирские. Состояние отличное. В коробочке. Довольно-таки за дешевую цену нам продали. Потом... Слава кварцевые часы, Серега отремонтировал. Купили мы их за 100 рублей. Еще одни кварцевые часы. Ну вот это вообще в идеальном состоянии. Луч со швейцарским браслетом. Вот такой вот редкий винтажный браслет. Миниатюрные часы считаются одними из самых маленьких часов в СССР. Это луч 1300. По-моему... Чайка 1200, еще меньше. Ну, в общем, второе место вроде они занимают. Так, браслетик. Несколько Монтан. Вот это самая винтажная Монтана. Мелодии с правой нижней кнопки запускаются. Еще такая Монтана. Все работает. Все в хорошем состоянии.
несколько моделей электроники. Такая вот коричневая. А, она, по-моему, сиреневая. Вот коричневая. Вот такая с выпуклым стеклом. Нечастая. Вот такая вот электроника. Электроника классика с зубром. Беловежская пуща. Это уже постперестроечная. Вот такое вот нечастое оформление. Ну, мелодии классические. У нее две мелодии, там писк идет. Вот такая электроника. 55B. Классическая мелодия. Часы Восток. Ну, вот это брали скопом, там буквально там за 200 рублей. Несколько часов выбрали с Серегой. Стекло заменим. Амфибия 100 рублей вышла. Командирские. Звезда. Ну, это в одной куче. Монтана там. Так, еще одна электроника. Ну, это на запчасти. Корпус не очень хороший. Вот это за 100 рублей взял. Ну, это заказ МО. Что бы не взять. 53-я электроника. И вот такая вот ракета снова попадается. Значит, продадим. Наденем браслет нормальный. Кварцевый. Вот еще вот такие вот часики. Отличный луч кварц. Очень редкие. В отличном состоянии. Вот такой вот обзор. Всем спасибо. Всем пока.